Давно, кстати, хотел попробовать разносолы магнитовские. Здесь у нас на турбуфет торговая марка «Плов с курицей» по скидке стоил 89 рублей. Как раз дома есть нечего, кроме воды из-под крана. И то горячую отключили уже неделю тому назад. 100% натуральный состав, бережное томление, уже готово. Разогрей и съешь без консервантов. Меня это устраивает, что без них. Смотрим. Снимите картонную упаковку, удалите пленку, разогрейте в микроволновой печи или переложите блюдо в сковородку и разогрейте на плите до 31 августа срок годности, а так со 2 июля. Ну, в принципе, сколько это у вас уходит? Практически 2 месяца. Не сказать, что уж совсем-то долгое хранение. Может быть, это свидетельствует о том, что какие-то натуральные компоненты в этом блюде есть. Сейчас также купил овощи себе, перекушу, открываю коробочку. Аккуратненько, ну как аккуратненько, относительно аккуратненько, потому что делаю одной рукой, но тут в принципе все равно, смотрите, как его мало. Блюдо выглядит большим, а на самом деле здесь половина где-то. Ну ладно, что есть, то есть, поедим, что Бог послал. Поставил на 2 минуты в микроволновке. Так, пора пробовать, 2 минуты разогрелось, перемешаю немножечко. Как запах, сейчас минуточку. Ну запах есть такой нормальный, но естественно он будет, что я хотел. Все блестит. Как будто лаком покрыто сверху. Посмотрите, плов. Где курица? Курица мелькает, присутствует. Ладно. Ну-ка. Ну так, в принципе, ничего, сойдет. В качестве быстрого перекусона. Ну как быстрого и как перекусона? Вы знаете, я люблю погорячее. Еще на 30 секунд поставлю. Но, в принципе, хорошо. Можно посоветовать. Тем более за 89 рублей по скидке. Держим связь.